Бывший министр строительства Звайкали Дмитрий Ватагин рассказал, почему его в конце прошлой недели из аэропорта Читы увезли на допрос сотрудники Следственного комитета. С его слов, его допрашивали в качестве свидетеля по одному старому делу, которое к нему самому и к деятельности Минстроя никак якобы не относится. Об этом он рассказал журналистам в пятницу. Источники сообщали между тем, что днем 22 марта Ватагина после его возвращения в Читу из Старобежевского района ДНР из самолета доставили на допрос в правоохранительные органы. Экс-министр не стал уточнять, по какой истории его допрашивали, но отметил, что это никак не относится к делу о взятках в службе единого заказчика, топ-менеджеров, которые сейчас судят в Чите, а также никак не относится к деятельности Минстроя и к прошлым делам в отношении самого Ватагина. Будучи министром строительства в 2022 году, напомним, Ватагин был приговорен к 6 месяцам исправительных работ по делу о халатности. Суд посчитал, что пока Ватагин работал руководителем госэкспертизы, он нанес ущерб бюджету Нерчинска в 1,6 миллиона рублей при несостоявшемся благоустройстве исторического центра города. Также прокурор края вынес губернатору Осипову представление, согласно которому Ватагин во время работы в госэкспертизе безосновательно премировал себя на 16,5 миллионов рублей. Надзорный орган потребовал вернуть деньги. В марте 2022 года Ватагин был уволен с поста министра строительства из-за нарушения закона о гражданской службе.